Godgame, всем привет. Мы берем интервью победителя шоу-матча по Mobile Legends Bang Bang. Олег, привет. Здравствуйте. Олег, скажи, пожалуйста, у нас очень такая консервативная публика на Godgame, знаешь, такие прям жесткие ПКшеры, для них мобильный гейминг это что-то вот прям, ну как будто несерьезное. Скажи, пожалуйста, вообще есть ли прям вот какая-то прям серьезная разница между тем, чтобы играть мобильный киберспорт и киберспорт на ПК? Знаешь, просто отличие, у нас очень популярны до сих пор Warcraft 3 и третьи герои. Ну, я скажу, что разница, безусловно, есть. Допустим, если взять ту же дисциплину, в которой мы участвуем, это Mobile Legends, там динамика игры гораздо быстрее, чем в какой-либо из других игр, там, дисциплины Dota или еще где-то. Почему? Потому что в моменте приходится решать кардинальное количество, принимать решений. Безусловно, еще скорость реакции очень решает, потому что постоянно идет фаст-клик, то есть насколько быстро ты играешь и двигаешь пальцами. Ну, много аспектов, которые имеют отличие от компьютерных игр. Поэтому да, есть. Вот, кстати, насчет реакции и прочего хотел спросить. Смотри, существуют такие, ну, механические клавиатуры, там, мышки и прочее. Скажи, ты по-любому уже играл на них, ну, разумеется. Есть ли какая-нибудь существенная разница именно в скорости принятия решения между тем, чтобы ты играл на телефоне, именно чтобы ты клацал непосредственно на экране, и тем, чтобы ты прожимал на ПК все эти вещи? Ну, думаю, да. Я думаю, просто в моменте, там, на какие-то доли секунд все равно идет движение пальца быстрее, потому что пальцы все находятся рядом, кнопки находятся все рядом, и тебе приходится гораздо все быстрее кликать. То есть, если, допустим, взять, направить или, допустим, какой-то headcam сделать, да, то есть навести камеру на руки игроку, который играет в мобильной легенды, к примеру, вы увидите, насколько быстро прожимаются кнопки. Это, ну, просто пальцы скользят по экрану и чуть ли сейчас дырку не сделают. Поэтому, да, ну, разница есть. То есть, ну, как бы, ну, я не говорю, что те, кто играет на компьютерах, тоже как бы медленно нажимать. Нет, я такое не говорю. Там тоже, безусловно, присутствует скорость клика и реакции и тому подобное. Просто, ну, все относительно, но я бы сказал, что в мобильных легендах и, в принципе, в мобильных играх реакция чуть-чуть надо ее побольше иметь. Слушай, есть такие моба-игры, Dota 2 и League of Legends. Мы знаем разницу между ними, она ощутима. А вот скажи, пожалуйста, насколько велика и вообще ощутима разница между League of Legends Wild Rift и Mobile Legends Bang Bang? Вот в чем она и насколько она сильна? На самом деле тут все просто. Mobile Legends она более динамична. То есть игра гораздо быстрее, приходится все делать гораздо быстрее. Wild Rift она более плавная. Я бы сказал, ну, в нее дольше играть, почему-то там более важны объекты, да. Mobile Legends тоже важны объекты, но файты гораздо больше в них динамики, больше красочности, я бы сказал вот так. То есть как бы у меня, и у меня в целом, у моей команды была мысль перейти в Wild Rift в свое время, но нет, как бы игра слишком медленная для нас. Mobile Legends то, что надо. А вот слушай, знаешь, еще в свое время, в начале нулевых, когда киберспорт только зарождался, были такие моменты, когда игроки играли, например, Painkiller и Unreal Tournament, и Quake одновременно. У вас, если что, вообще бывают такие моменты, когда вы думали играть, если что, и Mobile Legends, и League of Legends Wild Rift? Это вообще возможно? Да, безусловно, мы об этом и сейчас думаем. Как бы расширять возможности своей команды, участвовать в других дисциплинах, может даже задействовать и компьютерные какие-то игры. Это наше будущее, мы это хотим. Мы хотим развивать максимально киберспорт в СНГ, хотим продвигать его, поэтому мы будем стараться. А для тех, кто не знает, кстати, Mobile Legends Bang Bang — это третий по популярности киберспорт вообще в мире. Пиковое значение составляет 4 миллиона 270 тысяч человек, 270. То есть учитывайте, насколько это популярно. Олег, слушай, мы затронули момент технической составляющей. А вот расскажи, пожалуйста, что в телефоне вообще самое главное, чтобы, ну, вот, максимально комфортно чувствовать игру? То есть подсветка может быть какая-то скорость отдачи, ну или что-то подобное. Ну, тебе лучше знать. Ну, безусловно, первично, это, я думаю, и в компьютерных играх, но на телефоне это явно чувствуется даже больше, чем в компьютерных, это пинг. То есть главное, насколько у нас хороший пинг, а дальше идет это герцовка, то есть частота. Это зависит, это влияет на плавность игры, это очень важно для нас, потому что на высоком уровне, когда ты играешь, какие-либо движения, какие-то действия, если ты вдруг что-то не заметил там или где-то что-то пролагало, это очень повлияет на исход, потому что вы принимаете решение в моменте, в секунду, даже в доли секунды, и за это приходится все отвечать. Поэтому пинг, герцовка, а дальше главное, что просто пальцы не скользили, и все. То есть напальчники можно использовать, какую-то магнезию может. Поэтому такие вот аспекты. А на чем конкретно ты играешь? Какая модель? Ну, я играю на айфоне. то есть 13 Pro Max, планирую купить и 15, но я скажу, что рок-фон тоже очень сильно и хорошо подходит для таких, для такого вида деятельности, как бы, киберспорта на мобильных телефонах. Скажи, а есть ли вот вообще ощутимая разница между вот игроками, ну знаешь, такой, так сказать, кроссплей, есть ли разница между игроками, например, на Android и на iOS? Я бы сказал, что нет. То есть разницы никакой нет. Это все дело привычки. И я же говорю, если там есть герцовка на iOS такая же 120, как и на Android 120, то никаких преимуществ или там недостатков не будет. Все будет, ну, честно и равно. Слушай, а как у вас проходит тренировочный день? То есть вы так же, как и киберспортсмены на ПК, то есть вы, например, просыпаетесь, у вас, например, завтрак, тимбилдинг, и вы потом приступаете к тренировкам, или можешь подробнее, пожалуйста, рассказать? Да, все то же самое, все максимально профессионально. У нас есть тренера, то есть у нас филиппинские тренера, у нас есть психолог, у нас есть диетолог, у нас есть все что угодно. С утра мы просыпаемся, покушали, поели, планируем, что мы будем сегодня отрабатывать, какой у нас план там, на тренировочный день. И где-то у нас тренировка длится от 5 до 11-12 часов. Да, зависит все от какой это день. То есть какая у нас сейчас цель, к примеру, если это накануне турниров, безусловно, мы трайхардим. То есть, может быть, за один день мы там можем делать лайтовый какой-то тренинг, но в основном всегда трайхард и всегда очень много игр. Поэтому 5, 10, 12 часов – это наш минимум. А какие будут вообще ивенты, ну, то есть турниры в будущем? К чему вы конкретно готовитесь? Есть у вас какой-то вот такой вот гол? Вот к чему вы прямо сейчас, в данный момент стремитесь? Естественно, было бы странно говорить победу на чемпионате мира, но вот какая-то вот первая ступенечка к этому, вот какая она? Но первые ступенечки мы уже как бы совершаем, мы уже двигаемся, поднимаемся, потому что мы участвовали уже во множестве турниров. Ну, не так много, но наша команда существует, к примеру, 3 месяца. Но игроки, безусловно, играют уже больше 6 лет, каждый из моей команды. Каждый игрок имеет какую-то свою историю. Но сейчас вот мы сыгрываемся, и я уверен, что с течением времени мы станем сильнейшими. Ну, я в это верю. А по поводу того, какие будут турниры, безусловно, мы хотим попасть на чемпионат мира, то есть представлять наш регион достойно. Потому что, опять же, повторюсь, я уверен в том, что мы сможем это сделать, представлять достойно. Показать азиатам, где раки зимуют, как говорится. И, в принципе, планируем и сами турниры делать. То есть сами организовывать турниры по возможности. И максимально, ну, цель одна – это продвижение киберспорта в СНГ. Скажи, пожалуйста, а когда чемпионат мира будет, чтобы наши ребята знали? Чемпионат мира будет, который сейчас, он будет в январе, то есть январь. В ноябре, в конце ноября будет wildcard, то есть есть 2 ступени чемпионата мира. Это те, кто со 2-го места вышли, они будут играть в ноябре. И те, кто вышли с 1-го места, они уже автоматически попадают на чемпионат мира. И это будет уже в январе. К сожалению, у нас в этот раз не получилось. Мы вышли, ну, не попали в первую двойку, то есть 1-2 место. Ну, там были аспекты, как бы наша команда готовилась механически, динамически, то есть в плане макро- и микроигры. То есть мы отрабатывали саму динамику, то есть скилл, умение, но не отрабатывали психику. То есть ментально мы не выдержали сцены, ну, первый, когда был вот первый турнир глобальный, мы это не выдержали, и из-за этого была причина поражения. Но мы над этим работаем, у нас есть психолог. Олег, и вот на этом самом моменте люди, которые смотрят наше интервью, эти жесткие ПКшеры, уже такие хотят попробовать Mobile Legends. Скажи, пожалуйста, с чего лучше начать? Может быть, какой-то персонаж, какая-то роль, вот как? Именно относительно Mobile Legends? Да. Я бы советовал для начала прочитать все умения, все скиллы, то есть подробно изучить всякие персонажи, а потом тренироваться, учиться в обычном рейтинге, ну, в обычке, извиняюсь, а потом уже идти в рейтинг. И в рейтинг советую уже идти с кем-то. То есть я очень и очень не советую играть соло, советую всегда искать себе товарищей, друзей, не знаю, там, тиммейтов, и с ними начинать играть. Почему? Потому что в соло-рейтинге, к сожалению или к радости, пока что нет такого баланса, и раз на раз не приходится, может попасться человек, который просто будет вам портить настроение, руинить, сбивать вам темп, и, в принципе, закончится тем, что вы удалите эту игру. Но так это происходит. Но чтобы не терять мотивацию, поэтому я вам советую собираться в команды, и все у вас получится, поверьте. Командная игра – это основа таких игр, как Mobile Legends, Dota, Wild Rift и тому подобное. Почему? Потому что это 5 человек взаимодействуют, и в этом и строится макроигра, основа макроигры. Олег, большое тебе спасибо, правда, огромное спасибо. Желаем тебе удачи в будущем и надеюсь, твоя команда все-таки попадет на чемпионат мира и однажды его выиграет.